Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради причисты Твоей Я Матери, услышь имя недостойно гороба Твоего. Господи, в милостивой власти Твоей чада Мои, помилуй и спаси их имени Твоего ради. Господи, прости им все согрешения, вольные и невольные совершенное ими пред Тобою. Господи, настави их на истинный путь Твоих заповедей, и разум просвети светом Твоим во спасение души и исцеление тела. Господи, благослови их на каждом месте Твоего владычества. Господи, сохрани их силою честного и животворящего креста Твоего. Под кровом Твоим святым, от летящей пули стрелы, меча, огня и смертоносной раны, водного потопления и напрасной смерти. Господи, огради их от всяких видимых и невидимых врагов, от всякой беды, зол, несчастий, предательства и плена. Господи, исцели их от всякой болезни и раны, от всякой скверны, и облегчи их душевные страдания. Господи, даруй им благодать Духа Твоего Святаго на многие годы жизни, здравие и целомудрие во всяком благочестии и любви, в мире и единодушии с окружающими их, начальствующими, ближними и дальними людьми, Господи, умножь и укрепи их умственные способности и телесные силы, здравы и благополучны возврати их в родительский дом. Все благи, Господи, даруй мне, недостойному и грешному рабу Твоему, родительское благословение ночад моих в настоящее время утра. Ибо Царство Твое вечно, Всесильно и Всемогущественно. Аминь!